В этом году в Твери по программе поддержки местных инициатив реализуется 13 проектов во всех районах города. В настоящее время на ряде объектов завершено благоустройство, проходит комиссионная приемка. Удобная парковочная зона, новый асфальт, ровный чистый тротуар. Устав от ям во дворе и вечерней борьбы за парковку, жители многоквартирного дома на улице Склескова, 10, решили благоустроить двор по программе поддержки местных инициатив. На общем собрании определили объем работы, а он немалый, и долю софинансирования 20%. В итоге получился полностью отремонтированный большой двор с камерами видеонаблюдения по периметру дома и в подъездах. При общем стоимости проекта более 5 миллионов. Стоимость нашего вклада составила 1 100 000 рублей. Целевой сбор был разделен на 4 месяца. Каждый собственник платил ежемесячно. Допустим, сумма с трехкомнатной квартиры составила примерно 1100 рублей в месяц. Новое качество жизни, которое можно создать, опираясь на программу поддержки местных инициатив, сразу вдохновляет жителей на новые идеи. Теперь в планах в будущем году обустроить здесь детскую и спортивную площадки, а также расширить парковку. Для того, чтобы вступить в программу, нужно обратиться в администрацию своего района, там дадут всю подробную информацию. Чтобы принять участие в программе поддержки местных инициатив, жители должны провести собрание жителей, на котором принять решение об участии в программе, выбрать инициативный проект, определить размер софинансирования со стороны жителей, затем подготовить проектно-сметную документацию и совместно с администрацией подготовить пакет документов для участия в конкурсном отборе. В принципе, срок реализации проекта от даты проведения собрания до окончания выполнения работ – 1 год. В 2024 году на территории Центрального района реализуются 6 проектов по программе поддержки местных инициатив. В целом по городу их 13. Впервые в текущем году появилась возможность реализации проектов благоустройства на территории общеобразовательных учреждений. В рамках ППМИ многофункциональную спортивную площадку уже устанавливают на территории школы номер 36.